Окопы Сталинграда и развалины Берлина. Тяжелые военные годы ничуть не убавили духа ветерана Сергея Алехина. Сетует, ряды боевых товарищей все реже год за годом, а память обязательно нужно сохранять. Поэтому Сергей Алехин постоянно общается со школьниками, студентами, рассказывает о минувшем. Ветеран пришел и на концерт «Солдатская слава», чтобы вновь к ним обратиться. Поколение наше должно принимать то, что выработало наше поколение. Они должны, особенно мальчики, должны уметь защищать свою родину так, как смогли ее защитить мы. Вот поэтому приходится в школах быть, в институте. Концерт организовали в преддверии парада памяти. Среди гостей кадеты и юнармейцы. Их воспитатели говорят, растет достойная смена. Мы прикладываем все усилия, всевозможные усилия для того, чтобы наше поколение развивалось с глубоким чувством патриотизма. Прививаем им прежде всего любовь не только к великой родине, но и к малой родине. Побывали на концерте и первые лица города. Они наградили юнармейцев и кадетов. Отметили и ветеранов локальных войн. Организаторы говорят, нужно сохранять связь времен, передавать опыт, накопленный поколениями. Мы не имеем права быть Иванами, не помнящими родства. Пока мы чтим свою историю, знаем свою историю, чтим свои традиции, мы непобедимы. На всем этом зарождается новое патриотическое движение, которое идет, которое мы со своей стороны поддерживаем и фактически готовим себе смену. Для гостей концерта сыграли ветераны локальных войн. На сцену вышел и ансамбль «Гвардия». Песни, написанные по следам афганской войны, звучали особо остро, когда их слушало и младшее, и старшее поколение. Молодежь должна помнить о том, что происходило, что будет происходить. И в сердце это все равно у каждого, мне кажется, у молодого человека откладывается. Потому что, когда часто выступаю на таких мероприятиях, на таких концертах, ребята потом уходят, скажем так, немножко задумчивы, и что-то, наверное, происходит в их головах, и они начинают думать о чем-то. Организаторы надеются, что такие встречи станут традицией. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.